Ом про Ви и найголовніше, підпишіться і не пропускайте нові відео, обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. У украинцев там что-то разлагается. Подобные сведения отношу к разряду информационного успокоительного. В этом плане, в первую очередь, следует обратить внимание, наверное, на такие публикации в ведущих средствах массовой информации Соединенных Штатов, как, например, Уолл-Стрит Джонер. Там э, опубликована недавно статья Юджина Румера. Э, это, во-первых, одно из самых серьезных изданий в Соединенных Штатах. Автор, далеко не маргинал, тоже серьезный человек. И там, собственно говоря, описывается, что ну, военное решение этой проблемы, ну, по большому счету, видится в большом тумане. И вообще, есть ли оно... А есть и другое мнение, что Западный мир никогда не откажется от помощи Украине? Почему? Потому что тем самым он спасает себя, потому что Украина — это Запад. Ну, так вот нам не повезло, что боевые действия ведутся на нашей территории, но ну, понемножечку же эта ситуация может меняться. Вот если уже вернуться к визиту Ллойда Остина, он, да, привез, как нам кажется, скромный чек. 100 миллионов долларов на вооружение. Новую систему Хаймарс нам передали, боеприпасы к ней. Ну, в общем, далее, как обычно. Вот Кто-то в моих комментариях к предыдущему видео написал, что 100 миллионов это крохи со стола. Ну, знаете как? Надо ориентироваться не на вот эти суммы, а на ситуацию в войсках. Это значительно важнее и интереснее. Параллельно Вашингтон продолжает заявлять о том, что есть деньги для Украины. Как одно с другим, прости господи, коррелируется, если дорогая индейка в Америке, но Зеленскому деньги дают? Индейка действительно за последний год в среднем по стране подорожала на 60%, причем это а, не помилованная индейка, а та, которая будет съедена. И еще раз, у них же тут некоторые перемены в подходах. Вот есть мнение, и я убежден, что так оно и будет. Значит, нам поставят два вида дальнобойных ракет — это, соответственно, атакам, с которой мы уже а, тестили, и, естественно, ракеты будут не только на 165 километров, а еще до, до, э, на додачу нам э, в нашем арсенале появятся ракеты э, agm 88 G. Хорошая ракета, летит на 300 километров, боевая часть 70 килограмм. Она в первую очередь для, соответственно, систем противовоздушной обороны, системы РЭП Российской Федерации. В общем, берем, и эта ракета, она будет стартовать откуда? С самолетов. И это знаете, вот как сказал Ллойд Остин, что нет систем вооружений а какого-то одного пункта, который может кардинально изменить ситуацию на поле боя. Это честный ответ. Вот правда. Нет какой-то волшебной палочки. Мы же не этот московский поп, который думает, что взвал, взмах, взмахнув волшебной палочкой, можно увеличить количество солдат в российской армии путем запрета абортов. А, но на войне все-таки решается все по-другому. Не какой-то отдельной системой вооружения, а комплексным оснащением украинской армии современным вооружением. Это касается и стрелкового вооружения, и далее до самолетов, и, соответственно, ракет к ним. Вот Остин приехал что? Стингеры, боеприпасы 155 калибра, 105-го калибра, противотанковые ракеты ТОУ, джевели, ну и гранатометы АТ-4. Ну, стандартный набор. А вот то что было за скобками, я уже сказал, это с большой вероятностью дальнобойное вооружение. И, соответственно, вот вчера Зеленский и компания не поняли, что нас сливают после визита Ллойда Остина в Киев. И можем повторить, то есть в Киеве прямо сейчас находится Борис Писториус, но он же, наверняка, тоже приехал сливать Украину. При этом немцы же посчитали, что если прямо сейчас, допустим, заморозить конфликт, то Российская Федерация подготовится к настоящей полномасштабной войне с Североатлантическим альянсом и будет готова одержать верх в этой войне за ближайшие шесть лет в рамках компьютерного моделирования. Они же любят все воспринимать как компьютерная игра. Они посчитали, что им, всему Североатлантическому альянсу, с заглушенным военным производством шести лет не Хватит. И в этой связи у нас, конечно, есть окно возможностей. Надо форсировать события на Украине, но открываются совсем другие перспективы. Что касается президентских выборов, тут ситуация довольно сложная. Слушайте, возник новый новый момент. Вот это левая тусовка. Но mm -hmm. я сказал, в чем ее сила? Ее сила в том, что она владеет всей прессой, ведет за собой так называемую либеральную интеллигенцию, организовывает демонстрации. Про палестинский, ну к счастью, не такие масштабные, как в Европе. Все-таки <couple> здесь, здесь более трезвый народ, все-таки, в Америке. Ну, э -э могут быть и юлей, как бы. <therapy> да, <г cultures> да, в конце концов. Вот. Но они сейчас пришли, их атаки уже открыты на Байдена. Вот вы с этого начали нашу, наш стрим. Э -э -э Тяжело утерели, пошел Обама дал парочку интервью, в которых критикует Путин, Байдена за недостаточную критику Израиля, там вот преступления против несчастного народа Палестины и так далее. Ну, вы же, конечно, знаете такую фигуру, как Давид Акселерод. Ну, вы нам о ней рассказывали на прошлом эфире. Да, Мы да, мельком да. только о нем слышали, а его. Ну, Евреи, которые против Израиля работают. Ну, он известен не только тем, что он еврей, а тем, что он создал Обаму, что, как, как пиарщик. Он очень близок к семье Обамы. И он выступил, вот в тот раз я говорил, ему первый раз дал второе интервью, Ну, что теряет поддержку Байден, вряд ли он сможет прийти. Ну, короче, призывает, призывает Байден снять свою кандидатуру. Ну, он не называет, но ясно, что хотят левые. Левые хотят поставить Мишель Обаму. Это их такое знамя. Ну, это безумный план совершенно. Он ни к чему не приведет. Но главное, мне кажется, он может натолкнуть Байдена на очень правильные мысли. Дело в том, что, вот смотрите, это объективно, создалась довольно сложная ситуация у Байдена. Человеку 81 год, он уже такой пожилой джентльмен, и одновременно на него свалились в этой истории две миссии, которые на мой взгляд противоречивые, они, их нельзя выполнять одновременно. Одна та миссия, с которой пока он первый месяц, на мой взгляд, справляется безупречно. Это миссия командующего вооруженных сил Соединенными Штатами в момент Четвертой мировой войны, когда Соединенными Штатами все Запад бросили экзистенциальный вызов принципиальные враги свободы. Пока он справляется с этой миссией, по-моему, безупречно. Во-первых, он правильно определил характер этой войны, ее фронты и очень точно подтвердил свои слова делами. Ну о подводных лодках я говорил, и авианосных соединениях, ну, последовали прорывы и, и на украинском направлении. Буквально там с промежутком в неделю. Були дані значала етаксі на 265, на 165 шістдесят кілометрів і последній на 300 кілометрів. І інтенсивність ударів осіко усилились. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.